Всем привет! Итак, что мы видим? Настройки, настройки управления. ВСДБ, КУЕ, ПСИС, прыжок, имитация мыши, следующий предмет. Какая-то русифицированная игра. Не знаю, что я сейчас включил. Ну, давайте за отца. We regret to inform you that your daughter Virginia has gone missing. No need to come here, as we have our full staff looking for her. You would just be in the way. Dr. Henry Hummer, Superintendent of the Canton Asylum for the Insane. И, блять, ёбаный движок. Игра просто начала лагать, блять. As if my daughter was missing and I wouldn't come. Детская комната, блять. Вроде как это сделали ужасы, блять. Это просто лагодром. Ну, пиздец, книжку полистал. Музыка, блядь. Holy! Now you have my attention. Suddenly the funhouse doesn't look very fun. Ох ты ж, бляха-муха, нахуй! Блять, честно сказать, может и интересная игра. Но, блять, почему-то разработчики явно не любят, чтобы их игры, блять, стримили. Всем пока. Игра говно.